сын Ефремова насмерть разбился в пьяном ДТП. Сын бывшего губернатора Архангельской области Анатолия Ефремова, Алексей, разбился насмерть в аварии. ДТП произошло в пятницу 25 сентября. Около 5 часов утра местный предприниматель Анатолий Лихачев управлял своим автомобилем Toyota Land Cruiser. На пассажирском сидении находился Алексей Ефремов. Легковушка вылетела на парковку возле дома, возле магазина на проспекте Адмирала Нахимова, после чего на полной скорости врезалась в припаркованный грузовик, водитель которого мирно спал, ожидая разгрузки. Из-за столкновения Ефремов получил травмы, несовместимые с жизнью. Информацию о гибели подтвердили в Архангельском ДОК, номер один, директором которого он был. Лихачева экстренно госпитализировали. Полицейским предстоит выяснить, почему водитель не справился с управлением. Говорят, Анатолий и Алексей были пьяны. Что касается автомобиля, то он изрядно покорежен. Передняя часть машины полностью уничтожена. У грузовика также наблюдаются сильные повреждения. Друзья, берегите себя. Благодарю вас за просмотр. Делитесь видео с вашими друзьями. Пишите ваши комментарии. Подписывайтесь на наш канал и будьте в курсе самых последних и актуальных новостей.